iPhone был анонсирован Стивом Джобсом на конференции Mac World Expo 9 января 2007 года. Название iPhone образовано от английский пони, телефон, добавлением буквы «i». На презентации Джобс заявил, что это сокращение слова «internet», «интернет», а также сказал, что эта буква означает «для нас» и другие вещи, и показал слайд со словами «индивидуаль», «инструч», «информ», «инспири», «личный», «обучать», «сообщать», «вдохновлять». В продажу аппарат поступил 29 июня 2007 года вместе с iPhone OS и быстро завоевал существенную часть рынка смартфонов в США. Популярность iPhone OS поддержал вышедший в продажу в сентябре того же года iPad Touch, обладавший, однако, заметно урезанной функциональностью по сравнению с iPhone.